Гакудара-кун, привет! А ты Цуна не видел? Да вот, сам жду Джуда. Реборн! Джедай-мэ, что с тобой? Цуна-сан! Я стал горкой. Скорее панды, люблю панд. А еще я люблю ранеток. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Наверное, опять всю ночь смотрел свои китайские мультики. Но почему только в трусах? Вот это уже навевает на определенные мысли. Ну, может, и смотрел. Вообще это называется аниме. Перспективное направление. Японская культура. Да-да, вьетнамская мультипликация с дорогими флешбэками. Я понял. Да нет же, я... Послушай мудрого человека. Будешь так активно перспективиться по ночам, флешбэкнешься раньше, чем превратишься в панду. И процесс на синяках и трусищах не закончится. На, хлебника, может, попустит мальца, и штаны найдутся. А что это ты такое пьешь? А это очень модный и полезный напиток. Заставляет работать мозги. Правда, ненадолго. Ого, блейзер? Не, ягуар. Сила джунглей делает из обезьяноподобных настоящих тарзанов. Хотя в случае с Джудайме близость с природой скорее минус, чем плюс. Ребят, хотите тест на бионе пройти? Кто ты из феечек Винкс? Я Блум. А я люблю ранеток. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Ранетки для девчонок. Четкие пацаны смотрят сумерки. Ха. Эдвард Каллен такой душка. Вообще-то Джейкоб более подкачанный. Ну, я от сводной кузины двоюродной тети что-то про сумерки слышала. А так я люблю ранеток, ага. Да ладно, не парься, а то палишься. Сумерки, ранетки. Но пока никто не видит, все мы... Что ранеть происходит? Отставить. Вы позорите Ван Голу. Разве так должна выглядеть сильнейшая семья мафиози? Принесите мне кота. Но у тебя же аллергия. Тогда лягушку. Что хотели? У меня катка в Доте 2. В Доме 2? Ого, ты же из будущего? А кто дом-то выиграл? Это долго объяснять. Эй, маску надень! О, еще нарушители. Почему без маски? Где разрешение на выход в город? Маску, блин, надевайте! А что Ван Гола из прошлого тут забыла? Скуала-сан! Да вот решил им показать, кем они станут, если продолжат в том же духе. Не знаю, как они, а я стал модным блогером. У меня 60-й уровень в Геншин и 5 миллионов подписчиков в ТикТоке. Только твои оплаты обнулились, так как все твои подписчики из РФ. Но это не важно. Ты же все еще меня смотришь, хибари-кун. Ну что, достойный пример. Давайте спросим, кем стали остальные. Что насчет тебя? Скуала-сан, а можно спросить? А я стал... поваром. А я вот предприниматель. Ого! И чем же ты занимаешься? Криптовалютой. Хибари-коинами. Майню через пенек. Ты на пенек сел,
косарь отдал. Херня все это. Я вот энерготерапевт. А как это? Сейчас покажу. Ай! Что у тебя болит? Нога! Встань и иди! А я не могу найти свою любовь! Встань и иди! Мне кажется, ты шарлатан. Сиди, не звезди. Это все инфо-цыганство. Вот настоящая магия. Но у вас на это денег не хватит. Почему? Потому что подписывайся на мой бусти. Да чего тебе? А дура в стену вернул? Какая нахрен стена в телеге? Наверное, вот это? Бастард, ты собачий сын. А ну иди сюда, кизяк кошачий. Почему без маски? Неужели мой единственный подписчик не хочет видеть мое прекрасное лицо? И вообще, почему ты разговариваешь таким голосом, хибарикун? Побочный эффект от трех и краткой вакцины. Примерно таким будет будущее, если у вас не появятся мозги. Возвращай нас обратно в прошлое. Нет! Один вопрос. Дом 2 закончился? И кто выиграл дом? Рай! Кому нужен этот дом 2? Сейчас все смотрят беременно в 16. Что-то меня тошнит. Нет! Да ну нафиг! Лучше я в айтишники пойду. Привет! Меня зовут Сазагава Кёко. И я беременна в 16. К сожалению, мой парень не хочет брать на себя ответственность и становиться главой мафиозной семьи. Funny things, 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 funny things